Здравствуйте. Понимаете, передаю большой привет всем тем, кто недавно получил пиздюлей. Я с вами, братья. Пизды не стрёмно получить, пиздюлей. Ну, как бы нормальная хуйня. Жалко, жук потерял. Сейчас похож на пирата, а так... Сыворол я. Что ещё сказать? Ну, он был больше, дура набитая, маргариновая. Вот такая хуета, килограмм 120. И то я ему в прыжке нормально зарядил, ребята. Я вам честно говорю. Вот. Та-дам!